Давай. Good job. Мы на канале Leonardo American Boy. И куда мы едем? Неизвестно еще. Так что поехали с нами и увидите. Всем привет. Сегодня пятница. Хороший день, чтобы с семьей выехать. До свидания. Итак, мы приземлились в очень романтическое, very romantic, beautiful place. Называется... Лео, come here. Лео. Бернардо. Леонардо is going to Bernardo Cafe. Let's go. Лео, смотри сюда. Что ты видишь сзади тебя? What is this? What's that? Скажи, American flag. Американский флаг. А вон лодки плывут быстро. Boats. Анечка, ты выбираешь, что ты будешь делать? Да. Выбираешь салат chopped. Spiced. А может сладости? Лео, смотри, какие сладости. Ladies and gentlemen, eh? Leo, water is cold? Холодненькая водичка или нет? Cold? Salad с чем у нас? What do we eat salad with? Meat? Chicken. Eggs? Chicken. Курица? Авокадо. Бейкон. Дорогие друзья, если вы в столице Калифорнии и вы еще не были в павильон Плазе, добро пожаловать, здесь довольно романтично и не очень дорого. Так что, welcome, ресторан называется Бернардо. Леонардо в ресторане Бернардо. Chill drinks? Все-таки дети, кушайте полезную пищу. Что это, Лео? Цветочки, а по-английски как цветочки будут? Flowers. Скажи flower. Flower. А это очки по-английски будут? Glasses. Скажи. Sunglasses. А, да, скажи sunglasses. Лео, скажи sunglasses. Красиво. Where'd you get that bodyguard? This? This is our own production. There you go. Sent by God. Good work. Thanks. Дядя спросил, где мы взяли такого охранника, как Лео? Мы сказали, послан свыше. Лео, ну что? А что ты там нашел? Что там? Шарик. Шарик? Там шарик. Это удобрение, удобрение. Ну что, Леонардо, пойдем, бери ключи от машинки. Ну что, мама, мы тоже пошли? Да. Let's go. Где наша машина? Кстати, такая уютненькая маленькая плазочка, такая закрытая. На улице Fair Oaks. Лео, какую кнопочку? Я тебя уже учил. Два раза. Правильно, открываем. И Лео запрыгивает. Раз, опа. Садится и пристегивается. Мама наша. Вон, кафе Бернардо. Реклама бесплатная для кафе.
Все. Расскажи всем, друзья, thank you for being with us. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на каналчик и ставьте лайк. Друзья, у нас конкурс. Мы разыгрываем вот такой вот только новый детский лэптоп Leapfrog, в котором Лео выучил английский алфавит. Поэтому не забывайте, в середине июня 2016 мы разыгрываем этот конкурс. Лео, держи, закрывай крышку, и мы закончили это видео.